Молодая узловая, с праздником, с днем молодежи. Сегодня в вашем строю 18 тысяч узловчан. Это самые яркие, талантливые, креативные и целеустремленные молодые люди. Наука, образование, производство, культура, спорт – это те сферы деятельности, где узловская молодежь ярко представляет свою малую родину. Сегодня вы достойно несете знамя победы, врученное вам нашими дедами и прадедами. И я с уверенностью могу сказать, будущее нашей страны в надежных руках. Особенно хочу отметить вашу гражданскую позицию, неуспокоенность и стремление быть там, где трудно. В рамках борьбы с пандемией вы активно включились во всероссийскую акцию «Мы вместе», и тысячи узловчан старшего поколения почувствовали ваше твердое плечо. В этот день я хочу вам пожелать достойно идти по дороге жизни, любить свой дом и свою страну. Дерзайте и созидайте! С праздником! Мы все разные, но такие смелые. Мы все разные, как небо и земля. И пускай еще немного сделали, но мы новый парус корабля. Загляну в глаза, ты улыбаешься. Я пою сейчас, и ты со мной поешь. Ведь в большой стране ты называешься этим гордым словом молодежь. И дует ветер, и светит солнце, и до рассвета мы порой не спим. Пусть эта песня повсюду льется, наш молодежный дух непобедим. Поздравляю с Днем молодежи! Пусть ваша молодость бьет энергичным ключом через край. Пусть неиссякаемый источник ваших знаний откроет вам все пути к интересной и занимательной жизни. Стремитесь, развивайтесь, не отступайте от своей цели. Будьте достойным поколением своих потомков. День молодежи, желаю радостных событий в жизни. Пусть у вас будет больше поводов для веселья, чтобы все получалось и любые мечты исполнялись как можно чаще. Желаю успевать всегда и во всем, верить в свою удачу, уверенной походкой двигаться в сторону успеха и реализации своей мечты, вдохновения, любви и яркой молодости. Радуйтесь жизни, цените каждое ее мгновение, вдохновляйтесь, творите и реализуйтесь на полную. Открывайте новые горизонты, больше путешествуйте и познавайте мир. Удачи вам, позитива и энергии. За нашим поколением будущее нашей страны. Дом молодежи!